Полицейские Верхнего Уфалея задержали автомобилиста, который заехал в Сквер Победы и проехал мимо Вечного Огня. Инцидент произошел ночью. На этих кадрах молодой человек уже в отделе полиции оправдывается. Говорит, поспорил с другом. Скажи, пожалуйста, зачем ты так поступил? Я просто по глупой ситуации проспорил. И пришлось выполнить. И хотелось бы извиниться перед всеми жителями города за свой поступок. Такого больше не повторится, я все осознал. Нарушителем порядка оказался 18-летний местный житель. Юноша раскаялся и, кажется, теперь понял, что своим поступком не только нарушил правила дорожного движения, но и осквернил мемориал. В дежурную часть отдела полиции Верхнего Уфалея поступило заявление от представителя администрации Верхнеуфалейского городского округа о том, что в ночь с 1 на 2 июня неизвестный заехал на автомобиле в Сквер Победы и проехал около Вечного Огня. В ходе проведенных мероприятий полицейские установили водителя. В отношении автомобилиста составили административный протокол. Теперь хулигану нужно будет заплатить 2000 рублей.